Вот теперь у нее есть парта. Есть вот такая вот полочка. Фокус. Потом после Каролины заболела. Ксюша дома сидела и ни в школу не ходила. Теперь Маргарита у нас болеет. И, в общем, кровать опять на то же место пошло. Вот. Макс, больно. Всем привет. Всем привет, ребят. Все нас потеряли. Спрашивают, когда влог, когда видео. Где вы, куда вы пропали? Мы все заболели. Ну как, не все сразу, а по очереди. Сначала у нас заболела Каролина. Потом после Каролины заболела Ксюша. Дома сидела, ни в школу не ходила. Теперь Маргарита у нас болеет. Я тоже ничего не снимала, потому что у меня с моей тоже... С моей слабостью ничего не могу делать, ничего не хочется, сил нет ни монтировать, ни снимать. На капельнице хожу, отпуск, мы отдыхаем, ничего не снимаем, ничего не выкладываем, вот, потому что сил нет. Ксюша уже поправилась, ну так, у нее слегка немножечко еще горлышко побаливает, но уже это нормально. Вот, а Маргарита у нас температурила, она у нас уже с пятницы получается, да, ты с пятницы не ходишь? Ну, желательно в школу не ходить. С кашлем, мало ли что. Вдруг кого-нибудь заразит и все. Маргарите скучно, она сидит дома, ей захотелось сделать перестановку. Угу. Кстати, я у Ксюши уже переставила. Пока Ксюша в школе, я ей переставила шкаф, немножечко его повернула в эту сторону. Опять чихает? У нее нос чешется, может в носик что-то попало? Скорее всего, попало что-то в носик. Вот, Ксюша не знает, что я переставила ей шкаф. Она мне говорила вчера, что ты хотела. Да, я ей говорила, давай с тобой переставим, передвинем. Вот, решила вот так вот его. Ну, в принципе, тут все так же осталось. Немножечко подвинули клеточку. Вот, у Ксюши, кстати, компьютер стоит теперь на столе. Она попросила папу, чтобы он ей поставил компьютер, она здесь играет. Хотела играть в Fortnite, но не получилось установить. Да, и на этом компьютере почему-то не получается. А в Roblox можно же здесь играть? Ну, да, ну пускай в Roblox играет. Переставить хотим вот этот стол, поставить вот в этот угол. Кровать поставить опять туда же, на место, там где стояла. И шкаф вот сюда. Угу. Да? Да. Точно? Да. Да. Ну давай. Какая-то у нас третья перестановка будет. За полгода. Угу. За полгода третья перестановка. Полгода, что мы здесь живем, третий раз уже переставляем. А, да, у нас же еще у Макса и у Каролины комната, смотрите. Папе знакомые отдали мебель. Вот, вы же спрашивали, почему у Каролины нет парты, потому что она уже учится в первом классе. Вот теперь у нее есть парта. Есть вот такая вот полочка. Фокус-то где? Что такое с камерой? Так, да, это, в общем, для игрушек. Всякая ерунда тут. Есть тоже игрушки. Там, да, там тоже поднимаются игрушки. И вот такая вот парта. Столик такой. Здесь выдвигается. А что сюда? Сюда это если компьютер у тебя есть, то сюда клавиатуру ставят. Клавиатура, чтобы пряталась под стол. Здесь полочки. Кроватка здесь помещается. Она отодвигается. Но пока вот днем я ее задвигаю, чтобы у них было место поиграть. А так ночью мы отодвигаем. Она как раз прям впритык. Вот, здесь белая полка, которая была, мы вот сюда переставили. Вот здесь она теперь стоит. Ну, в общем, все поместилось. Как-то так вот. Маргарита. Цветочки мои стоят со дня рождения. Уже начинают вянуть. Сегодня я испекла пирог с манго. Сейчас он остынет. И то это манго не сильно остынет. Манго внизу в самом. Потом я вот так переверну, и будет красиво. Да что ж ты чихаешь, моя золотая? Ты чего? Что не хватало, что ты заболела? Тебе тоже? У нее сразу рвотный рефлекс. Один раз еще рано. Что сначала нам нужно? Нам нужно сначала отодвинуть шкаф и туда кровать. А потом вот эту полочку, потом сюда аж стол. Стол этот можно сделать угловой. Вот эта вот штучка, вот эта вот часть, двигается. Она двигается. Как раз мы сделаем вон туда стол в угол угловым, поставим его. И ее не будет много места занимать. Все, вот сюда ставь. Это тоже Маргарита, но ты здесь не трогай. И это тоже. И это тоже. Да, это все Маргарита. И это тоже.
Только сильно не поднимай ее. Ну и гони там. Чтоб пыль не летела. Окошко откроем. Вон там еще под шкафом. Вот это? Да. Так, сейчас мы пока его в сторонку отодвинем, чтобы он нам не мешал. И кровать будем двигать. Макс, отойди, мы сейчас будем двигать. Вот тебе. Там нужно потом подмести. Бонька, наверное, от пыли чихает, да, Бонь? Мы тут все переворачиваем. Так, все, поехали. Почему? Не знаю, наверное, с каждым по одному уроке. Да? Знаешь, как долго? Ты ее ждала? Очень долго. Угу. Тебя сюрприз в комнате ждет. Да. Закрывай глаза. Давай, заходи. Только пока не открывай. Заходи, заходи. Открывай. Пойдет? Так хотела. Да? Нравится? Чуть-чуть, немножечко тебе переставили. Сейчас как посмотрю, по-другому выглядит. Чуть-чуть. А мы у Маргариты переставляем тоже. Ну, у нее, конечно, это... у нее капитальная перестановка. Она всегда шкаф двигается. Ну, да, потому что мы решили стол вот сюда поставить, ну, потому что он же угловой тоже. И, в общем, кровать опять на то же место пошло. Вот. Все, раскладываем все вещи на стол. Там еще папочки есть какие-нибудь сюда поставить? По-моему, еще какая-то. Или ты все Максу отнесла? Я все Максу отнесла. Угу. И Каролине. Вот еще книжка со сказками. Тоже Максу. Это стихи, по-моему. Нет, это сказки Ганса Христиана Андерсена. Копилка наша. Уже без ушей осталась. Смотрите. Ой, там что-то есть. В копилке-то что-то есть. Мама, сюда я уберу. Это твой. Да, это мой чехол. Оставь, пускай там будет. Это твой. Что ты хочешь, это повесить твой куда-нибудь? Это да, твой. Все. Или нет? Ты нарисовала. Ой, это ты нарисовала. Ты... Это я рисовала. Так, смотрите, вот это все выкидываем. Вот это вот у нее все ненужное лежало. Все бумажки школьные, еще даже со старой школы. Нашла? Так, теперь протираем полочки. Я убираю все. Тоже сразу лишнее выкидывай, пожалуйста. Там весь мусор, кукла там у тебя лежит, непонятно зачем. Кто из них Бонька, что-то понять не могу. Ой, вот это Бонька? Да. Они прям близнецы, я смотрю. Чупчик мой, Чупчик, привет, Чупчик. Чупчик, Чупчик. Боня смотрит, понять не может. Чупчик, Чупчик, Жанна. Все, Ксюша установила. Это новая или твоя? Что? Да, это моя. Твоя? Что опять без волос? Видишь, этот... Где волосы? Ну, не знаю. Нажимаю X. Сейчас мы будем это поворачивать кровать. Поворачивать кроватку. Я надеюсь, она пройдет здесь. В прошлый раз она у нас не прошла, потому что стол стоял. А сейчас она пройдет, надеюсь. Я уже шкаф туда отодвинула. Вот. И сейчас кроватку. Сейчас Маргарита уберет свои баллончики. И будем убирать дальше. Так, все. Поставим, а совсем чуть. Да, конечно. Прохода там у тебя не будет совсем. Так меньше комната будет казаться. Все, закончили? Ребятки. Готово? Так, вот эти ты свои эти рисунки убери еще.
Сердечко вот сюда вставь куда-нибудь. Все, вот так вот получилась комнатка. Ну, что-то уже. Такого у нас еще не было. Каждый раз у нас что-то новое. Я не знаю, возможно ли что-то еще сделать с этой комнатой, но мне кажется, это уже все, последний вариант. Ну, если только кровать на ту сторону. Ладно, это до следующего раза. Если Маргарита надумает менять еще что-то, то может стол и возле окна поставить. Если надоест ей здесь спать, она может возле окна поставить. Ладно, пока что ставим так. Бонечка будет здесь спать. Где у нее будет это ее покушать? Вон там где-нибудь? Там у тебя скейтборд стоит. Или вот здесь где-нибудь. Может быть, сюда кроватку. Только единственное, мы не знаем, как нам подключить шкаф, вот эту вот ленту LED. Потому что здесь нет розетки. Здесь нет розетки? Нет. И розетка только там. Ну, можно, смотри, вот здесь. И розетка здесь. Как? Удлинитель. Какой удлинитель? По полу, что ли? Удлинитель, спотыкаться по нему? Да прям. Вот так. Тебе не больно? Смотрите, где мы чай заварили. Не заварили, то есть, а это... Приготовили. Приготовили, истые. У меня нет графина. Графины, в общем, заняты все. Приготовила вот здесь вот, в миске. Что, ты тоже хочешь, да? Голос! Голос! Я тебе говорю, не чихать, а голос! Голос! Молодец! За это я тебе дам! Молодец! Голос! Молодец! Умничка! У тебя завтра спорт? Да. Да. Что ты взяла в спорт, покажи? Нет, мне завтра не в спорте, у меня же было. У тебя сегодня было, завтра нету больше. Завтра не фрайтаг. В пятницу фрайтаг, завтра не фрайтаг. Это уже там шпортаг. Так что потом я тебе скажу, когда. Ну ты оставь все равно, в комнату положи. Сумочку свою в комнату положи, чтобы она готовая лежала. Вот это не знаю, вот, ребят, вот это вот кто такой или кто такая, нет, скорее всего, кто такая, не знаю, что это такое, в общем, вчера папа привез, ему тоже отдали эту игрушку мягкую и на шее вот так, смотри, вот так вот и вот так, все, пошла. Так, ты вообще-то стол, ой, этот свет, нет, вообще не в ту сторону себе ставишь. Тебе нужно, знаешь, где включить? Да. А где еще розетка есть? Где розетка есть? Вон там надо включить. Потому что свет должен быть не за рукой, а вот тут перед рукой. Ты сама себе тень делаешь. Так нехорошо. Вот так должно быть. Вот. Включаем компьютер. Как тут Кики поживает? Хорошо все? Ты ее проверяешь? Да. Я сегодня видела, она пробегала днем. Такая врук, быстренько. Не успела посмотреть хоть на нее даже. У тебя горит эта штучка? А, да. Билли Айлиш. Как всегда. Ну, как можно подключить Nintendo к компьютеру? Ну, у папы вообще... спроси завтра. Вообще-то уже все надо включить. Ну, папы спросишь. Привет. В школу нельзя игрушки нет, брать. Нет, в школу это нет, только там все. А, хорошо. Каролина! Давай. Нина. Нина. Привет! Угадай! А почему тебе не нравится эта кукла? Подарила. Тебе же бабуля подарила эту куклу. Фу, угадай, смотри, она ее 100% отрезала. Почему? Красивая куколка. Нет. Почему? А что тебе не нравится? Нас учили так. Перед лицом ногами махать вонючими. Это так защищаться, да? Вонючими ногами мотать перед лицом. Что делаешь? Сейчас тебе один раз Ксюша даст, все. Выгули собаку. Поводок где? Не знаю. Позови ее. Макс, больно. Мира, за ее надо. Подушка. Но она встанет.
Спокойной ночи. И куда ты собралась? Такая бок. Лицны. Все, дверь закрываю. Маргарита, через 5 минут зайду, чтобы ты спала. Поняла? Через 5 минут зайду. Быстро, все, комара прибили. Даже двоих. Один у Ксюши и один здесь. Если комарика видите, нужно сразу говорить, не нужно его пугать. Он улетит, все, потом ночью тебя поймает. Потом будешь плакать, что тебя комарик укусил. Понятно? Да. Мы спать. Переодевайся.